Порядка 150 корейских компаний представили свои товары на бизнес-выставке в Алматы. В рамках ежегодного мероприятия по укреплению двустороннего партнерства предприниматели обсудили расширение экономического сотрудничества. В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей достиг 6 миллиардов долларов США. В этом году цифру намерены увеличить. На встрече бизнесменов побывала Адель Акжаркенова. Выставка корейских товаров K-Lifestyle in Kazakhstan в этом году собрала 140 южнокорейских и более 300 казахстанских компаний. Также в онлайн-режиме принимают участие 500 местных и 100 зарубежных фирм. На мероприятии представлена корейская продукция в широком ассортименте. Продукты питания, напитки, косметика, БАДы, медицинское оборудование, одежда и многое другое. Наша компания производит товары для косметологии и индустрии красоты. Мы впервые участвуем на выставке в Казахстане и представляем свой продукт. Надеемся, что благодаря этой площадке мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами. Помимо возможности показать свою продукцию, представители корейских компаний получат возможность напрямую познакомиться с казахстанскими покупателями и продавцами, обсудить условия поставок, цены, заключить договоры и приобрести первые партии товара. Мы уже представлены в небольшом количестве в Казахстане, в основном в Астане. И сейчас бы хотели работать с более крупными компаниями, которые готовы, например, выйти уже на офлайн-точки, магазины. И поэтому мы надеемся найти эксклюзивного представителя, который будет нас официально представлять в этой стране. И поэтому будем. А сегодня и завтра состоится выставка B2C в формате ярмарки, где казахстанские компании представят южнокорейскую продукцию для жителей и гостей Алматы. Также пройдет ежегодный и самый масштабный фестиваль K-pop Star KZ, который объединит вокруг себя более 3000 любителей K-pop музыки. Адель Акжаркенова, Мирам Исабеков, телеканал Алмата.